Лигой на третьем канале. Последняя игра для обоих коллективов. Для вас будет комментировать Печенька. Также мы с вами посмотрим игры таких команд, как Ньюби против Нунфу. И заключение будет Ньюби против Ньюби. Ян, ну обо всем по порядку. Вичи против Ихом. Турнирная таблица для этих команд складывается следующим образом. Ихом 3 игры, 3 победы, 6 очков и единогласное лидерство в группе А. В свою очередь у Вичи Гейминг уже все решено. Они сыграли 3 игры, победили лишь однажды и имеют всего лишь 2 очка. Вот так вот. Казалось бы, кто бы мог подумать, что такие ребята, как Ротики, Ситивай, Салар, Бёрнинг, ну, Хьюм еще не так себя зарегистрировал на большой просцене, но тем не менее, такой стак не то чтобы не попадает на мейн-ивент, а даже из группы в плей-офф не выходит. Вот так вот, казалось бы, игра, противостояние должно быть... Боевое, такой своеобразный эль-классико на китайском регионе, но вот, к сожалению, турнирная таблица, турнирная составляющая уже здесь абсолютно никакого значения не имеет. В любом случае, Вичи Гейминг могут позволить себе что-нибудь такое необычное, да, в преддверии плей-офф, может, какие-нибудь там заготовочки, потерять все-таки патч свежий у нас, и... Какой-то полноценной меты еще не устоялось. Ну вот разве что Мирана через Аганим, да, везде она заезжает. Ну ладно, в любом случае, фаворитом на данную встречу является Ихом. Там какие-то просто бешеные коэффициенты, никто не верит Вичи, кроме меня. Говорю честно, на Вичи поставил хату, и Вичи должны. Должны хотя бы ради своих фанатов, не то что ничья, а 2 по 20 и... 4 поинта, в общем, в зачете у них будет. По поводу второго места в группе А, здесь все достаточно интересно. IG Vitality имеют 5 очков и сыграли уже все матчи. В свою очередь, в спину им дышит Сидек. У Сидек 3 очка, и у них последняя игра против FTD Club B. И если FTD выигрывают, то, соответственно, говорится, ни себе, ни Сидек у них будет. В свою очередь, если Сидек выигрывают, у них становится с IG Vitality по 5 очков. И если говорить уже о перегровках, о head-to-head, то как раз-таки по личным встречам Сидек играли с IG Vitality и сыграли в ничью. Так что у нас будут переигровочки, скорее всего. Но обо всем по порядку. Смотрим мы на пикабаны. Здесь у нас популярная стратегия через Faceless Вайда, через прокаст в хроносферу. Есть инвокер, есть, собственно, Леон. Ну и дальше можно добирать там какого-нибудь гирокоптера. Можно еще и в сложную линию, там, не знаю, какую-нибудь тайдуку взять. Лол, конечно, сложно будет. Вот какой-нибудь вич-доктор взять, да, вич-доктор, гирыч. Вполне себе нормальная такая тема. Самое интересное, что, казалось бы, Леон здесь заехал на второй пик для Vici Gaming, и вроде как Old Eleven и компания не должны были брать виспа, потому что Берстуха здесь будет здоров на этого героя. Ну, не боятся, берут, и посмотрим, кто здесь будет для как раз-таки под этого виспа. Будет ли это ЦК, будет ли это какой-нибудь Тини. Наверное, какой-нибудь тинником зашел бы лучше. Все-таки Faceless Void тот герой, с которым нужно разбираться прямо мгновенно, иначе Time Walk и весь Burst Damage он сведет на нет. Operation заезжает. Давненько не было видно этого героя. И, понятное дело, свой импакт в Франсфере он также выдает. Будь здоров. У нас все время, что не Faceless Void, то... Нынче очень популярный Вич-доктор. Ну, еще изредка можно увидеть Скаймага. Хотя Скаймага изменили в 87-м патче, причем изменили в лучшую сторону. Конечно же, теперь у него Мистик Флэйр не 2,5 секунды длится, а целых 12 секунд с Аганимом. Это более чем достаточно, конечно, под хроносферу. Ну и кулдаун, конечно, дали. Ну да ладно. Остается герой на позицию мейн-кэрри для Вичи. В свою очередь, у Ихом нужно определиться, кто у них будет на первой-второй позиции, кто у них будет играть с виспом. Дум будет сложный, соответственно, дизраптор будет на легкой против Вайда. Но здесь, кстати говоря, Вайда-то будут разминать, будь здоров, потому что как только Войд ошибется как-то с таймволком, дизраптор его сразу же глимсует и
Поехали. Может быть, eHome есть смысл самим взять себе гирокоптера, дабы он не заехал в Вичи? Но берет Фантом Лансера. Ох, ну не знаю. По-моему, eHome слишком уверена в себе. Потому что вот так вот для тех людей, кто только что к нам подсоединился, ну, во-первых, еще раз доброго времени суток, а во-вторых, складывается такое ощущение, как будто Ten seconds remaining. Вичи, ну, просто-напросто аутпикнули eHome. Хотя Five seconds remaining. пикабаны были совсем другой последовательности. Reserve Наверное, что-то time. знает Alt-11, потому что инициация... Ну, вообще, когда у тебя есть Faceless Void, у тебя все сводится к простому. Хроносферу туда все закидывается. Если Void хроносферу не ставят, тогда разбегаемся, иначе будут eHome's большие turn проблемы. Ну, to просто ban. банально пик на это завязан. Можно добирать Вайда и там под него героя, и, соответственно, играть там связочками. Там 2 плюс 3, 2, 2. Не строить, не концентрировать весь свой пик на одном герое. Все-таки это очень рискованно. Да, но здесь все-таки Ten Вичи идут seconds по remaining. пути меньшего сопротивления. Five Ну и seconds по рискованному remaining. пути все-таки. Reserve time. Добирая себе еще и Сларка, получается, VG это у нас Gaming turn to миновый Фантом pick. Лансер с Виспом. Фантом Лансер, который будет стоять против Инвокера, разумеется, через Мурман Шилд. Ну, кстати говоря, он без Виспа вполне неплохо себя чувствовать. Но Инвокер его, в принципе, в начале особо не пробивает. Ну и потом по кулдауну, Ten просто когда поел seconds бы себе remaining. ботл, закидывал Спирит Лэнсом. С другой стороны, через два Five ботла seconds играть remaining. тоже достаточно рискованно будет. Возможно, все-таки Висп будет постоянно бегать с Пейлом. Reserve time. Ну и ласт пик, Джиггернаут. Вот такое решение от VG Gaming взять себе мейн кэрри. Думаю, что это будет Гирич, причем Гирич заходил бы сюда очень неплохо, ну, в первую очередь против Фантом Лансера, конечно же, и Сларк. Причем Сларк-то сам по себе Джиггернаут-то изи контрит. Но, в свою очередь, Джаггер выдает прокат в хроносферу. У меня слэш работает, но как бы в этой хроносфере самому там не остаться. Потому что здесь как и Vici Gaming есть что закинуть в хроно, так и у eHome есть все-таки и Doom, и Disruptor со своим прокастом. Не будем, конечно, про это забывать. Но разбирают Ten пока seconds игроки героев. remaining. Five seconds remaining. Посмотрим. Так. Я уже думал, все, Perfect World начал себя показывать во всей красе. Не, пока все у нас хорошо, никаких лагов. Vici Gaming. CTY будет играть на Invoker'е, Burning, конечно. Operation, Rotiki будет играть на Faceless Void, разумеется, в сложный. Сайлар, он же Джиггернаут. Правильно? Верно. Дизраптор. Ну и Хьюм будет играть на Леоне. Кстати говоря, будет здесь у Фенрира Глимс. Можно было бы этого Леона наказать. А почему бы и нет? Потянутся пацаны. Фенрир. Пошел Санстрайк. Мимо. Ну и Хьюм здесь должен умирать. Есть ФБшечка для Олд Элевена. Именно он будет пытаться выиграть эту игру, разумеется. На Сларке Олд Чикен играет на Фантом Лансере. Олд Ланем играет на Виспе. Ну и сложно здесь будет стоять. Лед. На доме, на спаге уже, разумеется, с первых минут хардлейнер команды eHome. Честно говоря, вот такое вот настолько непонятное начало в исполнении Vici Gaming, в частности, от саппорта команды на сапоге Леон, и свой сапог реализовал, ну, вообще там, со знаком минус. Тем не менее, Vici Gaming вчетвером собирается на нижней руне, забирают ее The battle begins. в CTY, ну и на топе Рона достается Виспу. Виспу уже летит ботл, и расстановка по линии у нас будет следующим образом. Что, или идет свап? Да, идет свап. Айс-айс-айс отправляется в сложную. И это агрессивная трипла от eHome. Ну, там ФБ для Сларка, 11 500 монет на руках.
какой-нибудь сапог себе возьмет, второй левел и там изи паунсом достанет. Медиа у нас будет играть, как и планировалось, Phantom Lancer против Инвокера на нижней линии. Джиггернаут, Леон, Operation. Ну и, соответственно, прибежит сейчас сюда SSI, SSI уже с Кентавром. Ну и на топе здесь у нас гоняет уже Вайда, прилетел сюда Operation. Ротики держит до последнего таймволк, есть таймволк, ну и там пока Фернир левел первый, без глимса, опасаться нечего. Посмотрим, как себя будет реализовать Висп. Ланем уже с ботлом, поднял он руну, делает отвод. Ну и пока нет смысла помогать Фантом Лансеру. Фантом Лансер себя чувствует прекрасно. Но ему банально нужен левел. Третий левел, чтобы закидывать Спирит Лэнсами по кулдауну сетевая. Сетевая здесь, конечно, будет страдать, разумеется. То есть такие вот у нас даблами пошли команды. Наверное, все-таки выбор гирокоптера был бы, наверное, здесь получше. Время, конечно, покажет. Сам по себе, вот нынешний Джиггернаут, они тоже контрят Фантом Лансера. То есть, собирает он БФчик и с иллюзиями расправляется, будь здоров. Но, опять-таки, пока он соберет, огромное количество времени пройдет. В свою очередь, гирокоптеру ничего для этого не надо. Ему просто нужен левел. Он прибежал, дал кулдаун, подключил флэг, и все у него хорошо. А топ тем временем будут огромные проблемы у Элевена. Элевен 100 хп. Хотя казалось бы, что сейчас вот-вот уже будут прыгать на Бернинга, но там челентач и все хорошо. Вторая минута, появляются у нас очередные руны. Висп у нас с хейстом. Ну что у нас по инвокер? Инвокер третий левел без векса. Олдчикен без маны. Ну и можно, кстати говоря, попробовать на сетевая Фантом Раш. Олдчикен уже сработал, есть тезер. Ну, нужно заливать ману, сюда еще приходит и Фенрир, Тандерстрайк, Кинетик Филд, сразу идет сейф ТП в исполнении Хьюма, забрали Дизраптора. И еще подкуп Ланем, ну Ланем на хосте, не забрить его не получится. Но вот зарешало то, что у Олдчикен не было маны на Спирит Лэнс, так бы, может быть, что и получилось. Везет себе мидер команды Ихоум Тангусики. Наверное, все-таки есть смысл играть через две бутылки. Почему бы нет? Если Виз пока с первых минут наигрываться на такого более-менее роумящего, и более бутылок у Vici Gaming не будет, в принципе, да? Хотя на китайском регионе временами иногда у нас появляются инвокеры, которые играют через ботлы. И такое тоже бывает. Кто его знает? SSI с тем временем левел 3. Не стал брать себе Infernal Blade, хотя сейчас он очень хорошо бы зашел. Остается он на линии 1 на 1 против Джиггернаута. Ну, Джиггернаут, здесь огромное количество крипов тут для Сайлара. Сайлар пока топовый. Крипстат 14 на 8, но там и Фантом Лансер в свою очередь не отстает. Улчикен, есть Хекс, есть стан от Хьюма и есть Доппельгангер. Но под колдснэпом тяжело, конечно, прожимать. Еще недавно Доппельгангер был инстант спеллом, потом добавили анимации. Так просто уйти не получилось. Тем временем внизу проблему с Алара. Закончился у него Blade Fury. Но Infernal Blade там уже давал SSIS. От КДшится через 3 секунды. Или пойду дальше. Вторая земля. Сайлар. Сайлар без физов. Есть Infernal Blade. Сломает ему Healing Ward. И еще Шоквейв. Сайлар на флашечке отхиливается. Еще можно на развороте. Прилетает сюда Хьюм по Ланемо. Есть Хекс. Это минус Дум и минус Ланем. Прекрасная игра на сей раз от Леона. Леона, обратите внимание, он хоть отдал ФБшечку, но забрал два фрага. Он и в миде помог, он и на нижней линии сейчас помог, прибежал. В общем, вездесущий саппорт команды Vici Gaming. На топе зацепили Бернинга. Бернинг в Кинфилде минус саппорт команды Vici. Дальше можно пытаться зацепить рутики. Есть хороший паунс от Old Eleven. И это минус фейс и свой даблкил для Сларка. Ну, еще в миде не хватало сетевая отъехать от Олдчикена. Ну и прогоняет. Фантом Лансер просто прогоняет на базу инвокера. Да, все-таки это два ботла. Раз ботл, два ботла. Ну, неплохо. На стадии лейнинга, разумеется, это очень сильно решает. Ну,
У нас тем временем трипла такая вырисовывается от ихом на топе. Могут еще раз принять Вайда. Почему бы нет? Есть Thunderstrike. Причем Thunderstrike Construct 1. Глимса на мана нет. Есть Kinetic Filter. Вот такая. Есть баш по Фенрир. Подходит сюда Хьюм. Подходит сюда Бернинг. Есть Чилен Тач. Олдлан М. Минус Висп. Ну и на этом все. Конечно, нужно. Нужно наказывать Вичи Гейминг за такую агрессию. Потому что уж слишком это легкомысленно пока к игре относится ихом. Но тем не менее, топовый крестат за Сайларом, 32-12, он уже очень сильно обгоняет Фантома и Инвокер в миде. Идет 26-6. Но в свою очередь, вот эта агрессивная дабла от Тодолевна приносит ему разве что 20 крипов. Ну и 3 фрага он, конечно же, забрал. Забрал ФБ. Ну и сейчас у него уже будет ПТшечка. Хотя, может быть, Hand of Minus пойдет Сларк, кто его знает. Тот самый Сларк через мидасик Блинк. Тем временем у нас Виз подъехал. Посмотрим. Похоже, этот момент. Ротака дает таймволк. Уже проблема у Элевена. Элевен, пятый левел. Ему совсем немножко не хватает, да, ультимейта. Забивает ему флажку. Потратил паунс. И санстрайком. Здесь Нокер приговорил. Да, сетевая забирает. Стрик. И также... Также у нас Джиггернаут отъезжает. Точнее, Фантом Лансер отъезжает от Джиггернаута. 8-3 становится счет. 11 фрагов за 7 минут. Бодрая дота. У нас с вами. Причем самое интересное, не хотят ребята из ИХОМ возвращаться на легкую линию. То есть по-прежнему Сларк передвигается наверх. Ну, Войд свою вынесет. Это вне всякого сомнения. РТК уже... Шестой, в принципе, все, что от него нужно в этом пике, это поставить хроносферу. И команда там сама зальет демедж. В принципе, даже сейчас к нему может прийти какой-то плюс. И даже если не получится забрить Сларка, то Виспа можно убить просто изи. Через санстрайк, тем более Инвокер-то экзортовый. То есть у нас первый демедж почти 300 сетевая выдает. Ну и сетевая также будет выходить, разумеется, в Hand of Midas. Немножко совсем остается до рецепта. По-прежнему топ-3 крипстата за командой Vici Gaming. Внизу тем временем проблемы с Айлара, Глемсану или Джиггернаута. Джаггер под думом. Приходится Ахьюм. Знает бы, эх, почти получилось. Но тем не менее, фраг достается Дизраптору. Забирает он стрик. Ну и там Инвокер. Забирает Сларк. Проблема у Ротака. Ротака умирает. Ланэм. Ланэм также отъезжает. Фраг достается Бёрнингу. Да, по всем направлениям здесь вот война. Олд Чикен грызается в меде в сетевая. Сетевая причем не собирается давать заднюю. Олд Чикен доппельгангер наперед. Иллюзии уже практически не остается. Он там вот подключает иллюзии из ботла. Ну, то сетевая такой подъезжает. Hand of Midas. Топовый нетворс за Инвокером и Джиггернаутом. Сларк по-прежнему возвращается на верхнюю линию. Есть у него ультимейт, левел 6. Ну что, РТК уже одну хроносферу реализовал. Полетел ультимейт от аппарата, санстрайк, олд чикен. Задел его, конечно, бласт. Но смотрим, по идее должен выжить. 125. Нет, умирает 100. Доппельгангер. Ну, и, конечно, будет меньше сотен, там бы склеится. Но в любом случае, дали ему понять, что скоро начнется та самая движуха после стадии лайнинга, когда Вичи соберутся в пятером и по кулдану своих ультимейтов будут воевать. Думаю, очень много вынес у ИХОМ. Такой фармящий у нас айс-айс-айс получился. Хотя он все время, ну, в данном коллективе играет, как и привычный ему на позиции хардлейна. Operation также будет выходить в Hand of Midas, у Бернинга 1300 на руках. То есть Midas 1, дальше Midas 2 уже есть у сетевая. Не хватало еще только ротики, какой-то Hand of Midas взять. То, в принципе, это не жадный пик, не жадный выбор Айтем Билла ни в коем случае. Потому что даже несмотря на свои два Midas, Вичи по-прежнему актуальность пики не теряют. Даже после стадии Леннига. Интересно.
полетел ультимейт опорочно на топ, под хрона, санстрайк, олд элевен. Умирает. Вот вам и вторая реализация хроносферы. Да, Ротака в этом плане молодец. Есть хрона, сразу поставил. Причем, вот в этом есть мобильность пика Вичи Гейминг, у них такая своеобразная глобал страта. Фейслес Войд, который, ну, имеет только ПТ-шечку и пассивку у него до единичку, просто ставит хрона и там спеллы сами залетят. Давайте посмотрим на графики. 10 минут у нас позади. Преимущество за Vichy Gaming почти 4000 нетворса. По экспириенсу также трешку они впереди. Ну и ни в коем случае не будем забывать то, что там Midas Invoker и Midas на аппарате скоро появится. И все-таки, если Operation здесь вынесет себе быстрый какой-то аганима, это такая грязь будет. И Home нужно как-то форсить, что ли, игру, потому что там у Виспа скоро появится. Да, у Висп уже с ультимейтом полетел Blast наверх. На Сларка. Санстрайк. Ну, немножечко мискоммуникейшн такой прошел между ребятами из Вичи. Но сам факт реализовать это было очень тяжело. Наверное, Санстрайк нужно было давать пораньше. Ну, такое. Топовые нетворсы за Вичи. По счету также они впереди. Пока вот непонятненько. То есть вот стадия лейнинга прошла. Играли через две бутылки. Есть релокейт на Бёрнинг, а только я хотел спросить, с кем будут релокейты здесь. То есть нет ни СК, ни Тини, как сразу прилетает со Сларком. Но опять-таки Сларк, если что, уходит в свою ультимативную, а что делать с Виспом? Проблема у Ланема. Но очередной айсбласт не точно. Тем временем очередная хроносфера откатывается. Ротака выходит первым айтемом после ПДшечки в Владмир. Ну и есть первый смолганг. Стивай Хьюма находит Олчикина. Сразу Хекс. Пошли. Только хотел сказать колдснеп, а здесь Хьюм. Никаких колдснепов. Сразу фингером в лицо и все. Это Фантом Лансер. С ним не разговариваем долго. Да. Ну неплохо. То есть как и через глобал комбинет. Хроносфера туда залетает. Санстрайки и бласты. Так и с Леона можно сыграться. Почему бы нет? Dire's bottom tower is under attack. Radiant's top tower is under attack. У Айс-Айса есть Rule of Magic и 1700 на руках, но здесь, наверное, хардлайнер команды Ихом рассчитывать, если сейчас получится накопить на блинк сразу райт-кликом блинк дагер. Ну а если что, закуплюсь на Blade Mail. Тавра себе забирает, да, есть у него деньги на блинк, также Raindrops. Raindrops, кстати говоря, на такой стадии против пика Вичи очень сильно будет помогать Ихом, все-таки берет себе БМчик. Ну, такая грозная машина получается, Doom, тем более с обновленным Blade Mail'ом. У него 1300 хп, 4-я земля. Также еще Raindrops есть, Magic Wand. Что, вдвоем хотят попробовать. Да, есть прокаст от Дизраптора. Здесь уже Хьюм не попадает станом. И еще Doom в роте Кея. Сларк тем временем отъезжает от Джиггернаута на топе. Ну и минус свой. Есть айсбласт, а если на развороте подраться? Айс, конечно, не умрет. Санстрайк наперед. Есть санстрайк и... Фраг достается сетевая. Ну вот разменялись. Потеряли хардлайнеров и те, и другие. Но в свою очередь на топе Сларк отдается Джаггеру. Фантом Лансер пока вообще не виден в этой игре. Разве что три раза побывал в таверне Old Chicken. И, ну, Networks у него оставляет желать лучшего. Даже вот впереди него находится. Ну и здесь по этому смотрим. Полная беда печаль. То есть о каких-то Diffusion блейдах говорить супер быстрых вообще не приходится. Может быть, есть смысл здесь Old Chicken купить ПТ-шечку. Банально купить Power Threads на силу и переживать эти прокасты. Элевен уже шадом летом. А что по аппарату? Operation. Да, есть рецепт на Hand of Midas. Полетел Blast наверх. Здесь Sunstrike, но Ланем умирает. Ротикей. Успевает дать таймволк. Здесь уже вездесущий Леон. Клемсанули. Ротикей. Очередной таймволк замашенный. Ну, такой уже не прокатывает. Да, вначале бы еще бы работало, когда там таймволк второго-третьего левела. Теперь уже нет. Будьте любезны. Там КД 5 секунд. Или не 5 секунд. 6 секунд. Грязная дота.
Да, вот он, второй Hand of Midas на Operation, 15-я минута. Нормальный вполне такой себе тайминг, конечно же. Ну и самое главное, там Midas на инвокер уже вовсю работает. Инвокер с Boots of Travel даже себе какие-нибудь барабаны возьмет. Ну и драться, драться, драться. В рейв на сетевая. Сетевай. Сетевай умирает. Забирает, самое интересное, что Phantom Lancer. Этот стрик, ой-ой-ой, прекрасная игра от команды Vici Gaming, как четко они вот эти свои прокасты, ротики на таймволке уходят, Eleven заканчивается, у Eleven уже ультимейт, он под тезером от Ланема, Ланем улетает на релокейте, но Eleven здесь зацепить не получится, Хьюм без маны, почему Eleven еще в амулет зашел, хочет что-то да придумать, ну, ротики не зацепить. Да, четко очень сыграл Леон, дал такой мини-реведж по двоим, все это под ультимейт аппарата, все попало. И минус ПЛ, минус Дум. Phantom Lancer очень, конечно, здесь хорошо повезло. Забрал он стрик с инвокера. Немножко поправил свою ситуацию по Networks, но тем не менее. По итемам по-прежнему все очень скудно. 2000 на руках есть Олд Чикена. Не, ну если сейчас он пойдет в Boots of Travel, то мы его не увидим еще, наверное, долгое время, в принципе, в игре. Разве что в хроносфере он будет по кулдауну стоять и очень быстро умирать. По графикам. Преимущество за Вичи не растет. Наоборот, после этого замеса и Хомы 2500 отыграли. По экспириенсу по-прежнему Вичи Гейминг впереди 5000. Откатилась хроносфера у Ротикея в смаке. Готовы уже бежать вперед. Но вообще Бёрнингу, наверное, нет смысла тусоваться с командой. Все-таки нужно ему давать свои ультимейты издалека. Все-таки там и рейндж на Айсбласт большой будет. И лучше можно как-то инициировать. Олд Чикен. Олд Чикен. А Олд Чикен-то хорош или Ротикей не очень? Ланем, конечно, здесь лопнул. Но в любом случае Олд Чикен развел свою иллюзию. Забирает также еще и Operation, CTY лоу хпшный, придется что Сайлар дает Омни Слэш, это даблкил для Фенрира, ну и есть смысл отходить. Олд Чикен выжил, хотя должны его были наказывать. Побоялся Ротикей ставить хроносферу на всех иллюзий Фантом Лансера, потому что там еще большая часть своих бы игроков попала в хрона. Решил рискнуть, но не получилось. Ну что, и можно попушить. У нас уже почти 20 минут позади, всего лишь одна внешняя вышка упала. Вичи на топе. Вот Operation, конечно, несмотря на то, что собрал Hand of Kings, по-прежнему продолжает играть позиции саппорта, разумеется. Пятый. Конечно же, никак не дает ему Леон собрать быстро Аганим. Ну, у Леона у самого здесь вырисовывается Blink Dagger. Но опять-таки все это еще время. Второй тавер забирают для себя ребята из E-Home. Вышка достается крипам. Очень нужна пайпа. Все-таки магический прокаст под хрона. Но вот кто ее будет собирать? Дум разве что какой-нибудь. Вот это да, смотрелось бы хорошо. Есть мека, но одной меки мало. Тем более не будем забывать, все-таки здесь Operation. Пайп зайдет гораздо лучше. Но опять-таки, смотрим мы на раскачку аппарата. То, что замаксил Burning Cool Feed. И на такой стадии он очень актуален как раз-таки в контактном бою, а не через глобал прокасты. Ну вот очередная хроносфера откатилась. У Ротике идет он на верхнюю линию. Здесь Phantom Lancer фармит иллюзиями. Ну вот Phantom Lancer, конечно, пока неуловимый парень. И Доппельгангер у него замакшенный, и Фантом Раш есть, если что. Ну и сам он на Boots of Travel по всей карте перемещается. Есть у него Blade of Alacrity, но я так понимаю, это, наверное, будет просто Яш. Хотя, может быть, сразу и Diffusion пойдет. Зацепили Сайлара, через Doom сюда приходит Олд Ланем с Олд Элевеном. Минус сразу Джиггернал, также в таверну отправляет и Виспа. Ну что, и надо гнать. Глимсанули. Обратно Вайда, чтобы не поставил трансфер, хорошо сыгран. Но несмотря на это, Фенрир все зацепили, есть Хекс. Пошел Метеор Бласт, Фенрир дает метку. И, разумеется, умирает. Ой, какая хорошая игра от Айса. Есть Блинкаут, но
Или выживают. Или все-таки выживают. Там тем временем ОДЛМ все-таки убивает Ситивая, вгрызается в Айсайса. Перебуковал здесь хардлайнер команды и Хом. Он отправляется в таверну. Даблкил для Элевна. Дальше и минус Леончик приходит сюда. Фантом Лансера. Ну и без нау героя Team Vibe от Witcher Gaming. Ротики здесь забрить не получилось. Да, вначале, конечно, были очень хорошие хроносферы от Ротака. Ну и там еще банально стадия лейнинга. Быстро он тебе левел вынес. И Хрона, Invoker Operation выдавали свои прокасы. Сейчас что-то пока не очень. Это была и Хрона в миде на иллюзию в Phantom Lancer. И сейчас достаточно такое тоже жадное Хрона на Дума. Ну там Айс показал уровень. И у нас появляется сабля на Сларке. Тоже очень крутая вещь. Разгоняет он свою пассивку очень быстро. Ну, Сларк сейчас здесь выглядит вообще очень таким грозным парнем. В Shadowblade под него может прилететь Висп и плюс один. Вообще здесь любого можно взять, будь то Дума, будь то Фантом Лансера. Фантом Лансер уже с Diffusion Blade'ами. Ну и смотрим мы на графике. Разумеется, все, что ввели в Witcher Gaming, а именно 5000 по... Network, все это они проигрывают, и по экспириенсу также графики выравниваются. Блинк Даггер появляется у Роти Кей. Ну, безусловно, этот айтем позволит ему гораздо удобнее как-то врываться, ставить хроносферы. Но, наверное, был бы смысл выходить в огонь. Может быть, показалось бы, достаточно жадно, но тем не менее. Чем чаще ставишь хрона, тем чаще можно, соответственно, драться. Запили Сайлара, через прокат Дизраптора Сайлар пролезет в таверну, и можно потушить Т2 на топе, собственно, Чикен с ОЛВМ занимаются. Ну, Ротикей в позиции, есть у него хрона, левел 13. Видит передвижение на варде Сайсайс своих оппонентов, ну и просто занимает сейвовую позицию, находит Ротике, агрессивный такой блинк, накрыл Вайда ультимейтом, сюда приходит Old Eleven, Void минус, дальше Old Chicken, друзья, Стивай, Стивай, разумеется, растопешился, есть Гримс прекрасный от Фенрира, Стивай дает кирпич напоследок, но тем не менее, даблкил для Old Eleven, ну и минус 4 опять у Вичи. Вот такая вот интересная ситуация. Блинк Даггер на виспе. Честно говоря, не каждый день такое увидишь. Ну, понятное дело, это мобильность в первую очередь. Там и лишний раз хроносферу задоджить, почему бы нет. Все-таки анимация на хрона Вайда достаточно большая. И для игроков такого уровня, в принципе, не составит сделать блинкаут. Ну, Айс нам это минуту ранее показал. Я думаю, и Old One Man также умеет обращаться. Ворвался Хьюм с блинка. Хьюм сейчас даже наказывает. Здесь же Айс Infernal Blade по совуху. Хьюм, блинк у него уже откатился. Ну да, и Old Chicken далеко. Господи, куда ж ты бежишь, родной? Фингер в Ланема и сразу наказывают. Саппорт команды Вичи. Честно говоря, вот меня мучает прям какое-то ощущение дежавю. Потому что Хьюм так и начинал игру. Он купил сапог, сделал телепорт на нижнюю линию, прибежал, поставил вард, фиданул, отдал ФБ. Потом 20 минут просто сыграл, ну, на пятерочку, на твердую. Был вообще на всех линиях, помогал всем своим героям и был очень-очень полезным. Проходит 20 минут, и опять он, ну, ошибается. Ошибается, конечно же. 1100 хп у виспа, и просто так за один фингер, за один стан, да будет там даже второй фингер, он только-только апнул 11 левел. Не убил бы. Не убил бы Леон Виспа. Блинк Даггер появляется также и у Фантом Лансера. Продал, купил, продал. Ну и заходит на Рошана, Вичи. Айс, ворвался под землей, сразу айсбласт на одного айс здесь, ясно дело, умирает, приходит Фенрир, дает прокаст, Ротикей бьет, Ротикей Рошан догорает, он разумеется от дома, Омни слэш Дизраптора, минус Дизраптор, байбек делает айс, Сайлар, просто крутилочка, это паут. Но в любом случае, Вичи Гейминг теряет Рошан, также байбек от Вайда, Войд с хроносферой, либо же будут что-то пробовать.
есть Ice Blast откатится у Operation через 10 секунд. Вортексы в Рошпит накидывает. Нужно сначала подраться. Eleven. Это минус Бёрнинг. Очень легко. Либо же накрывать хроносферой. Роти Кей накрыл хрона Eleven. Есть Санстрайк. Eleven умирает. Вот это неплохо. Сетевая переключается на Ghost Wolf. А почему? А почему ты переключился? Не успел нажать. Не успел нажать Ghost Wolf. Ну и Сайлар здесь также отъезжает в таверну. Сайлар. Да, разумеется, даблкил для Олдчикена. И Ротики без маны. Развой здесь, конечно, Олдчикен на иллюзии. Понимает Ротики, что настоящего Фантом Лансера и след простыл. Ну и дает просто керри команды и хом Бликан. В любом случае, Рошана задефли и те, и другие. Счет у нас 25-26. 51 фраг за 25 минут. Очень бодрая такая китайская дота у нас вырисовывается. Хотя, казалось бы, в том матче, который вообще уже ничего не решает для той и другой команды по турнирной составляющей. Ну, смотрим, смотрим. Роти Кей, что у него по хрона? Хрона будет через 60 секунд. Здесь уже full old chicken. Проверочный санстрайк от сетевая в Рошпит. Рошан 2500 хп. И old chicken в инвизе. Палит всю движуху. Дум поедет через 10 секунд, айс-айс-айс будет с ультимейтом. Ну, Чеки может себе позволить вот такие вот мансы, есть у него блинк. Ну и самое главное, Ротка-то без маны. Ротка без маны, и надо уходить на базу. Хрона будет через 30 секунд, ну либо как-то залейте ему. А чем заливать? Да, бота нету, аркантапок нету, манга также отсутствует. Вортексами контролит ситуацию Operation в Рошпите. Видя, что здесь очень нагло играет Сларк. Сларк, конечно, в соляного забреет. Рошана с таким количеством хп, но Вич ему просто это не позволит сделать. Смотрим мы с вами на график. Ситуация следующая. Преимущество за Ихом 4000 по деньгам. По экспириенсу почти семерку они впереди. Но вот пользуясь моментом, заходит на Рошана Вичи. И Рошан-то забирают прямо из-под носа у Ихом. Но я думаю, это Ихом в любом случае не смутит. Они не смогут подраться вот даже прямо сейчас. Находим время 11 Q, Мартин минус. Вообще мобильность у Ихом хочется отметить очень мощная. То есть это Сларк с Сильвер Эйджем, это Олдланэм с Блинком, Блинк Айс-Айс-Айс, Блинк Улчикен, ну и только Фенрир. Который бегает здесь на ноги. Пролезть таверну и Faceless Void. Не будет ротики 70 секунд. Без байбека хардлайнер команды Vici Gaming. Ну и можно, не знаю, как-то пропушить линию, зайти в ХГ. Причем байбек это не будет еще. Да, целых 3,5 минут. Там, конечно, есть Аегис у сетевая, но я думаю, это не смутит ни в коем случае. И Холмор. Потом Лансер уплотняется, выходит в Тараску, есть уже Ривер. Что там по Инвокеру? Инвокер с Аганимом. Operation, Аганим тоже скоро будет. Вот это очень круто. И действительно, есть смысл задуматься о пайпе. Потому что Мекка есть. Ну, Guardian Grip, скорее всего, разумеется, будет у Дизраптора. Но это Аганим действительно может стать камнем преткновения. Саша Яш появляется у Джиггернаута. Честно говоря, очень интересный. Айтем стал в 87-м патче, апнули его достаточно-таки неплохо, увеличили шанс Мэйма. Хотя, наверное, был здесь смысл взять Джаггеру как раз-таки какую-нибудь Манта Стайл. Все-таки там и эффект Сильвер Рейнджа скидывать, и чтоб Дум не знал, где настоящий Джаггер. Да, такое. Немножечко пока приостановилась игра, понимают их, что нет смысла как-то откровенно идти в пятером, в атаку. Все-таки там инвокер с Аегисом, можно немножко подформить, переждать Аегис тайм и дальше уже как-то идти пробовать завершать игру. Потому что пока все выглядит именно так. Вроде много фрагов и счет ровный, 27-26, но одноколично. Что-то я уже начинаю заговариваться после вчерашнего 12-часового эфира, ну и сегодня уже также все к этому идет. Остается последняя внешняя вышка на нижней линии у Вича. Ну и также еще на мид. Т2 айс айс айс.
Как близко он находится к сетевой, Сайсай, все у него готово для врыва, есть земля, сразу прекрасная инициация на Вайда, и Войд выключен из игры, глимсанули сетевая под прокаст Дизраптора, сетевая есть у него Игис, минус. Уже Дум приговорил его с LR Omni Slash'ем, Ротикей должен выживать, Олчикин не успевает забрать Вайда, Войд все-таки отъезжает, наверное, успел поставить трансферу, но прокаста никакого нету абсолютно. В это Хрон, а тем временем Салар бежит у нас за виспом. Виспу не получилось как-то размансовать. Ну и сетевая, очередные вот эти вот глимсы от Дизраптора, сетевая здесь выживает. Ну и там вот получилось 3 в 2. Но на этом не заканчивается санстрайк по Фенриру. Фенрир по-прежнему живет. Да, именно так, 3 в 2 Егис был у Инвокера. Хотя, казалось бы, очень хорошая такая инициация была. От Айс-Айс-Айса все очень шикарно он сделал, ворвался и задумал, кого надо. Смотрите на этого агрессивного Инвокера, не хочет он уходить от этого саппорта Дизраптора, хочет он его отправить в таверну, ну и жадно отыгрывает, отправляется. Находит Элевен Сайлара, сразу Салар прожимает крутилочку и ТП. Ну а там тем временем все-таки Operation добивается своего, ультимейтом забирает Дизраптора. Но тем не менее, замес у нас происходит, движение по карте пока ноль. Прекрасная реакция от Хьюма, здесь он умирал. Прям инста-хекс. Ну и там тем более, просто посмотрите на его КД, 3 семерочки. Все у него хорошо. Очень не хватает Аганим Септера на фейслес войде, может быть даже какой-то еще ликвид сферы БКБ, но это какой-то слишком заоблачный. Нетворк. Сейчас пока у нас вода 7600. Вот она, в принципе, уязвимость данной стратегии. Находит ульт Элевена. Есть подкоп. Пошел Omni Slash. Есть Фингер. Ультимейт Оперейшена. Элевен. У него 300 хп. Должен умирать Сларк. Пока пытается мансовать. Дарпакт. Ну, такое себе, кстати, решение. Прожимать Дарпак под ультимейтом аппарата. Ну и, кстати говоря, стрик достается этому парыш. Но вот, как мы видим, пока Ганим приносит свои плоды. Да, то есть 1300 на руках у Бёрнинга. И медасики. Самое главное, медасики-то работают. Медас на инвокере, медас на аппарате. Инвокер 2000 на руках. Здесь вообще, конечно, если мы уже заговорили с вами о КДА, то фидит просто все. Умирают в большом количестве, не церемонятся, не боятся. То есть вчера у нас первый игровой день начинался с того, то, что даже несмотря на дефолтные тайминги на Юго-Восточной Азии, на китайском регионе, то есть в 86-м патче практически, ну, все команды играли в очень быструю доту, хотя многим казалось это им не свойственно, да. А вчера начиналось все очень аккуратно, то есть квалификация на мейджор, концентрация 120%. Здесь все-таки уже последняя игра для того и другого коллектива. Как отмечалось ранее, она уже не имеет абсолютно никакого значения. Vici Gaming 6 очков после 3 матчей, в свою очередь. Точнее, eHome 6 очков после 3 матчей. Vici Gaming 2 очка после 3 матчей. Ну вот он, Blink Dagger на виспе. Окупается? Господа, может быть, был смысл какой-нибудь форсик взять? Из этого форсика сделать пику? Почему бы нет? Скади есть у Сларка, Баттерфляй приобретает себе Джиггернаут. Ага, 8-5-4. Ну, пока у Джиггернаута нету какой-то Лингенд сферы, пока у Джиггернаута нету Манта стайл, я думаю, вряд ли мы увидим. Он по-прежнему был, есть и будет, достаточно уязвимой целью, разумеется, под Дум. У нас тем временем здесь на топе запили Фенрира, Фенрир выезжает в таверну. Но опять-таки, если накрываешь Джиггернаута Думом, что-то делать с Вайдом, потому что здесь у нас 3000 на руках уже у Ротикей, с учетом того, насколько персонально с ним играет Айс-Айс-Айс. Я не удивлюсь, если просто сейчас какая-то будет Рейдж Линкен сфера куплена. Хотя, конечно, при такой сборке очень нужен Аганим Септер.
18 тысяч топовый нетворс за Фантом Лансером, тот самый Фантом, который после стадии лендинга был 0-3-0 и, казалось бы, ну вообще 0 импакта в игре. Показывает то, что очень такая грязная вещь. 3К хп, 22 левел. Вообще, конечно, Diffusal Blade претерпел изменения. Причем достаточно такие кардинальные, то есть... ну, главный герой выжигает маны больше, нежели ранее, а вот иллюзий в два раза меньше. То есть на каком-нибудь Рикимару это смотрится очень четко. А вот как раз таки на Фантом Лансере соу-соу. Ну и самое главное, теперь Diffusal Blade имеет кулдаун. Все-таки в 86-м патче там КД-0 можно было все заряд потратить. На топе тем временем находят Хьюма. Хьюм успевает дать хороший стан. Сбили Элевена под прокаст. Элевен мгновенно сдуло. Ну там просто было без шансов для карри команды и Хом. Зацепили также Хьюма. Фингер дает напоследок Фенрира. Хьюм умирает. Сюда приходит Олчикем. Грызается в ротике. Ротике есть таймволк. Ну все, мана у него не хватает. Он под пуржом. Разумеется, на Фенрира может только смотреть. На его лоу хп. Даблкил для Фантом Лансера. Бионгл лайк уже Олчикен. Ну и размен у нас получился 2 в 1. Ну как то ни было, мейн керри потеряли и Хоум. Две 400 Фантом Лансера. Дизаптор на свою очередь собирает Аганим Септер. Но если получится собрать усилок. Так, приходит Сайлар. Омни слэш, минус Ланэм. Омни слэш, минус Фенрир. Айсбласт бай Сайсайсу. Минус Сайсайсайс, трипл килл, хорошо сыграно. Лолчикен, доппельгангер, что по блинку. Блинк откатился. Ну и уходит отсюда ПЛ. Или же будут догонять. Нет. Да, очень четко сейчас, конечно, после этого замеса вынес много кэрри команды Вичи. Почти 1500 монет, 2К урона. Вообще, если не контролить здесь Джаггернаута, большие проблемы будут и Хоум, поскольку, ну, у ворота дают о себе знать. Потому что, да, вроде как у Фантом Лансера 3000 хп, но Джаггернаут с своим БФом, с критами, с Баттерфлаем разберется очень быстро. Смотрим мы с вами на графики, преимущество и Хоум уже уходит в прошлое. Здесь у нас от Элевен под Айс Бласт. И Левен ничего не остается, как просто убегать. Дает уже свой бласт сетева. И Салар просто сверху критом приговорил в таверн. Байбек от Сларка. Там сейчас все появятся и Хоум, но они не успевают на Рошана. Они просто не успевают на Рошана. Там, конечно, у них есть Т2 на боте. И вот встает вопрос, а ради чего Байбек? Ну не успели, все, байбек потрачено. И самое интересное, что если сейчас Вичи выигрывают замес, убивает Сларка, они могут заходить пробовать на рампу. Зацепили тем временем Ланэма, Ланэм минус, приходит SSS, повесил дум на сетевая, вгрызается еще LM сетевая. Прокас от Фенрира, минус инвокер, инвокер с Аегисом сейчас появится, ничего страшного. Вгрызается лучики Сайлара, Сайлар в крутилочке, уже сам может сейчас драться с Фантом Лансером. Размен пока 2 в 2. Инвокер уже живой. Инвокер пианит. Инвокера вообще никто не трогает. Рот такая без маны. Ну и проблемы. У Ихом огроменные проблемы. Они теряют всех. Это Team Vipe. Айсайсайс. Гем. Гем есть у Ротака. Гем есть у Ротака. Ротака без маны. Не хватает ему. Потому что дать таймволк. Ну и несмотря на этот Салар. Все же оформляет. Дабл килл. Team Vipe от команды Ихом. И у Сларка нету байбека. Конечно, через 60 секунд появится мейн керри. Радиант. Да, как же четко зашла бабочка. 7К урона. Т2 упадет очень быстро. И внизу также подпушили линию Вичи. Да они так две стороны могут забрать. Байбек есть у Фантом Лансера. Байбек есть у Дизраптора. Дум будет через 20 секунд. Конечно, все правильно делают Вичи. Нужно наказывать своих оппонентов за ошибки. Ошибка здесь даже была не в том, чтобы Team Vipe сделали их он. В том, что Сларк сделал байбек. Но даже несмотря на это, то, что вы потеряли Рошана, все же идут вперед. И это минус нижняя сторона. Ну и это минус центральная сторона. Да, все очень просто.
Оранжевой барак забирают крипы, ну а оранжевой барак на миле уже не имеет абсолютно никакого значения. Ого-го, Джаггернаут, 10 тысяч на руках. Ну что здесь брать? Скади какой-нибудь, Блинк, да еще можно с вами перекупить. Да, это будет Скади. Орбофеном также себе перекупает Салар. 15-5-5. Да, здесь бы, конечно, взять стрик с этого парня. Да дать, я не знаю, какому-нибудь ПЛу. Потом Лансер сам, в свою очередь, выходит в бабочку. Но вот если сейчас Джаггернаут увидит Коттерстав, купает Скади, не успеет продать. Хотя вот сейчас вот увидел, должен был увидеть Коттерстав, либо же продаст. Джаггернаут, нет, не продает. Остается он со Скади. Ну, а МКБ здесь больше некому собирать. Разве что какому-то Вайду, но Войд не боевой. Войд просто ворвался, поставил Хрона и Владмир у него есть, не более того. Да, вот сейчас Селар такой встал, думает, блин, а у него же вовороты. Он такой, ну ладно, у меня БФ, если что, соседние цели буду бить, разберусь. На топе тем временем проблема у РТК, он под думом, хороший айсбласт от Operation, по троим. Ну и РТК просто дает таймволк, еще на всякий случай, невешенный глиммеркейп. Закон сейчас думаю, можно на развороте уже будете врываться, там тем временем разрезал Сейлар. Айс-айс-айс напополам, бежит дальше. Есть у него по-прежнему не слэш, блинк-даггер откатился. Ну и хоум дают на газ. Сетевай. Есть блинк у РТК. Появляется баттерфляй у Фантом Лансера. Фантом без байбека. Да, график там уже очень резко скакнули. Преимущество почти 25 тысяч за Vici Gaming. По экспириенсу у них также все очень круто. Ну и они идут на последнюю. На последнюю верхнюю сторону. Но какие могут быть здесь ускейпы у Ехома? Им нужно как раз таки избегать замесов 5 на 5. Им нужно, чтобы Сларк там как-то сбоку набежал, там запил аппарат, там может там как-то вырезал, вгрыз там, может, какого-нибудь Леона. Ну, за счет своего ультимейта, да. Но опять-таки, чтобы еще и Войд его хроносферой не накрыл. Потому что пока что к Айс-Айс-Айсу претензий вообще никаких нет. Дум играет очень шикарно. Ворвался под землей, под Блэймейлом, дал ультимейт одного Вайда, и все, на этом хватит. Но вот Ротик Кейк к 43-й минуте игры прикупает у нас Лодусор. Есть прокас от Фенрира. Есть Хрона. На Элевна пошел Айсбласт. Айсбласт еще по Айс-Айс-Айсу. Минус Дум, минус Ларк, оба без байбека. Это минус игра. По-моему, как-то слишком самонадеянно отнеслись ребята из Ехоум. Наверное, все-таки, как ни крути, сыграло тот момент, что они уже вышли в стадию плей-офф. Потому что вот этот вот блинк-даггер на виспе, честно говоря, ну, лично меня вызвал большие вопросы. Ладно, как то ни было, счет 33-47. Vici Gaming одерживают победу. И будем за ними следить, разумеется. В игре номер 2. После небольшой музыкальной паузы оставайтесь с нами.